А где, собственно, правильно ставить ударение в его литовской фамилии? На первый слог или на второй? Слава Богу, это мы узнаем прямо сейчас. Так на первый или на второй? На первый. Решением Совета учредителей и жюри Царскосельской художественной премии 2015 года присуждена за открытие новых театральных горизонтов в спектаклях разных лет Римасу Туминасу. Добрый, потому что существует только нежная сила театра, признаю, нежная сила, и признаю праздник театра. Мы очень весело живем. Я не закрываюсь, как раз мне кажется, что то, что пытаюсь сделать, то, что как бы нас не разрушали, не разъединяли, все равно надо стараться гармонизировать мир. Шекспиру пришлось писать 5 актов, чтобы добиться справедливости, справедливость, гармония. А 6-го акта написал, то есть завершил, все герои ушли, убили, восторжествовала справедливость, и все. 6-й акт мы должны писать своей жизнью, как дальше в этой гармонизации жить. Меня волнует, волнуете вы все, вы смотрите, слушаете, волнует это премия. Волнует царское село, здесь и тайна, и ушедший праздник чувствую. Я много ходил сегодня, и эта премия привела сюда, в этот зал. И у нас очень много общего. Сын Пушкина жил в Ильинске, и Пушкиновка так и называется, Пушкиновка. А я брал желуди, повезу завтра, еду как раз домой, на хутор, посажу, и я думаю, буду присматривать, зайдет эти духи там у меня на хуторе. Спасибо, жюри, спасибо вам всем. Почему Римас стал лауреатом Царскосельского художественного? А что касается 6-го акта, то мне кажется, что сидящий недалеко от вас Слава Полунин более точно пишет 6-й акт своей жизнью, прочитав в конце Гамлета знаменитую реплику «Дальше тишина». Он, собственно, вот пользуясь этой ремаркой, пишет 6-й акт, не прибегая к помощи никаких драматургов. А нашего лауреата, всех гостей сегодняшнего.